привет! Это Телегид. Пришла пора узнать, как провести время вместе с нашим каналом. В студии Анна Троян, поэтому настраиваемся на волну позитива и внимания. Эта неделя будет богата на полезные программы. Хотите экономить на покупках и быть в курсе самых выгодных предложений? Тогда наша программа точно для вас. Топ-скидок – это рейтинг актуальных сейлов. Ведущая Александра Томей проверит выгоду сама и подберет для вас интересные предложения. Смотрите топ-скидок и будьте в курсе, ведь покупать со скидкой – знак не бедности, а бережливости. Смотрим по будням и выходные. Каждую пятницу и субботу с 23 до 3 часов действует скидка 30% на основное и барное меню. Но вот за кальян придется заплатить по полной. Быть красивым, молодым и здоровым – это не так уж и сложно. Главное – знать секреты, которые раскроет наш ведущий Юрий Салдаев и его гости. В студии программы «Доктор Плюс» эксперты эстетической медицины, настоящие профессионалы, медики. Ответят на самые популярные вопросы, волнующие зрителей. Смотрите и просвещайтесь по будням в 15:00 и выходные в 19:00. Основная задача после воздействия солнца и лета – убрать толщину эпидермиса, да. Убрать вот этот верхний слой и максимально увлажнить кожу. Да. Первое, что мы делаем – делаем чистку. Дальше мы делаем после того, как прошел загар уже, и мы вернулись к своему цвету кожи, мы делаем пилинги. Далее уже ближе к ноябрю, декабрю – инъекционные методики биоревитализации, если кожа в этом нуждается. А завершим рабочие будни вместе с документальной картиной о легенде бокса Мухаммеде Али. Перед вами интервью 10 лучших боксеров, которые выступали на ринге против Али. Легенду спорта вы увидите глазами его соперников. Из их откровенных рассказов и документальных кадров складывается неповторимый образ великого боксера. Смотрим его в пятницу в 22:00. Али был средоточием любви. Понимаете? Он не может говорить сам за себя, но за него может сказать он. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Стихи и мольберт – верные спутники жизни у люберецкого художника Виктора Маркова. Его нереально встретить за работой с мольбертом и кистью на улице. Свои творения художник воспроизводит по памяти. Его муза – природа Подмосковья. И большую часть своих работ он посвящает любимому времени года – осени. Для поколения 90-х ее композиции – воспоминания всех периодов жизни. Их знают все наизусть. В выходные отдыхаем и отрываемся на концерте Земфиры. Каждый ее новый альбом и новый тур – это абсолютно новая Земфира. Музыка и откровения, даже если это все те же строчки и аккорды. На этот раз певица вновь удивила поклонников. На сцене с ней мы увидим британских музыкантов. Очередной шедевр незабываемой исполнительницы увидим в выходные в 16:15. Опять не очень, так сложно быть. Ну что ж, друзья, еще в этот уикенд мы угодим в ловушку. Марафон сериала не отпустит нас ни на минуту. Друзья детства через годы вновь встречаются, но всю радость омрачает общее воспоминание. Совсем детьми они совершили ограбление и жестокое убийство. Тогда им казалось, что это просто метод самоутверждения, а сегодня раздел чужого имущества перерастает в конфликт. Переговорщики не могут прийти к согласию, а еще после встречи один за одним ребята начинают погибать. Кто мстит им за прошлые грехи? Увидим в субботу в 20:30 и в воскресенье в 22:15. Вера, успокойтесь. Вера! Кто эти люди? Кто эти люди?
Я вас спрашиваю, отвечайте мне! Вы не видите, они меня преследуют? А может, вы с ними заодно, а? Откуда я знаю, что могу вам доверять? Отойдите от меня! Мне такая помощь не нужна. На этом наш выпуск подошел к концу. Полный обзор эфира нашего канала ищите на сайте www.lrt.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий. Я, Анна Троян, желаю вам отличного настроения. Пока-пока!